Всем привет, ребят, с вами Пончо, и это очередной каст по Warcraft 3 Reforged. Сегодняшний каст пройдет на карте Last Refuge. Вот такая вот прекрасная старенькая карта, всем она известна. Смотрите, как классно выглядит карта вот без оверлея, да, вот когда все пусто. Можно вот так вот за всем наблюдать. Как это называется, в режиме бога, да, если я не ошибаюсь. Вот. Что ж, играет у нас сегодня два не... Я даже представить их нормально не могу. В общем, играет у нас Хэппи. Справа снизу у нас... Слева снизу синим цветом занежить, разумеется. Гулевой билд, все максимально стандартно. Отправляет Акалиты на разведку. И против него играет Вуди Вуд. По-моему, если я не ошибаюсь, это немецкий игрок. В общем, славится он тем, что играет вообще несуразную дичь, зачастую соло блейдмастера. Там выходит тауренов, там подстраивает миллион вышек, в общем, и бесит соперника. Видит Хэппи, что здесь делает его визави. То есть Акалит постоянно на разведке. Периодически прокликивает его. Вот если вы обратите внимание, сейчас смотрит что да как. Доконтроливает, не забывает свою разведку. Прям в этом плане, конечно, Хэппи имеет сумасшедший микроконтроль и мультитаск. Забежал Акалит там вверх специально, чтобы, видимо, не пальнулся перемещением Акалита. Здесь приходит на свитки ускорения к своему сопернику на крипджек. Видит, что здесь не закреплена точка. Видимо, сам собирается ее сейчас забрать. Но Хэппи уже направляется туда. По-моему, не успеет он закрепить. Вот прям сейчас. Да, тут второй уровень получил Хэппи. Говорит, спасибо за то, что ты надамажил огра. Спасибо, что принял урон на себя. Ты свободен. Ну, конечно... Перчатка скорости досталась тут Вуди Вуду. Он уже переходит в тир 2. Обратите внимание по тычу, какое преимущество имеет этот игрок. Ставит здесь вышку. Тут Акалитом разведует Хэппи, что творится на базе у соперника. В обязательном порядке. Он видит, что там ничего не строится. Переход в тир 2. Успел добить свою гульку, чтобы не отдать опыт своему врагу. Всего 48 опыта имеет здесь блейдмастер. И обратите внимание, как крепится Хэппи. Прям ни одного, ни единого крипа не дает своему сопернику. Доконтроливает скелетика, чтобы тот вернулся и принял на себя урон. Ну и все, тут у Хэппи абсолютно все хорошо. Подстраивается кладбище, подстраивается зиккурат. По таймингам максимально четко. Видит Хэппи, что здесь прокачаны шипы. Должен сейчас начать прокачку бетона. Да, моментально заказывает, но это его стиль, если угодно. Моментально переключает агр на блейдмастера. Не подпускает блейдмастера, видит, что у него уже нет маны. И даже койл не тратит на тролля приста. Просто шикарно отыгрывает Хэппи. Он, видимо, понимает, что его соперник не его уровня. Акалитиком разведал, что там да как. Удиут закупил на своего блейдмастера сапоги скорохода. По-моему, увидел Хэппи, что там тауренец строится. Могу ошибаться. Видит перемещение соперника.
не угадал Woody Wood с направлением Крипджека. Методом исключения он должен понимать, что Хэппи крепил Гнулов. Сейчас мимо него как раз таки пробежит, увидит. Между прочим, одну из своих гулей может сейчас потерять Хэппи. Ой, ну Койл, конечно, не стоило жалеть. Нужно нового давать по Блейдмастеру. Была попытка сейчас подблочить скелетиками, но не увенчалась она успехом. Да, все-таки вот доразведал своими скелетиками, прокликал, что там у соперника на базе. Вот выходят первые спиритвокеры. Адепства пока что не имеется. Вот сейчас он заказывает по таймингам как раз. У Хэппи же максимальный стандарт. Он даже... Нет, не то что стандарт. Он адаптируется под соперника. Ставит второй Слоттерхаус. Собирается, по всей видимости, выходить в масс-дестройеров. А на самом деле, вот, ребят, вот этот Woody Wood, он нереальное количество игроков уже успел выбесить. Прям бесит нереально. Очень многие жаловались на него, горели. Это его вот такая вот фишка, играть вот эту вот всю мишуру. Прокачивать шипы, он даже вторые шипы прокачивает. Шипы, масс-тауры, в общем, окопаться у себя на базе, выходить в тауренов или же виверн с бетрайдерами. Против ночных эльфов, конечно, это нереально бесячая тема, потому что у ночных эльфов элементарно нет изначальных ресурсов, чтобы даже попытаться вот здесь что-нибудь нахарасить. Здесь крепится красная точка, максимально приятная точка для Хэппи. То есть он знает, как правильно отманить голема, как его окружить. Выпадает пайпа, просто самый желанный артефакт для него. Вот масс-дестройеров здесь выходит сейчас Хэппи. Но, конечно, масс-дестройеры вот с этим никак не справляются, но справляются более чем сладко вот с спиритвокером. Конечно, в этом плане у нежити самый сильный такой воздушный юнит с магическими, с магической атакой. Разумеется, там имеются ледяные змеи, но я имею в виду, что дестройеры не восприимчивы к магии. Если у них есть мана, они наносят сплэш урон. Их можно закоилить, в общем. Очень сильный юнит. Вгрызается сейчас в статую здесь Woody Wood, но грамотно отконтроливает это все дело Хэппи. По идее, должен видеть своего соперника сейчас Хэппи. Моментально Койл Ноу прописывает. Говорит: чувак, ты не у себя на районе. Здесь ставит масс-вышки, по идее должен их разведать сейчас Хэппи. Непонятно, почему он бежит к сопернику на базу. Ну и вот примерно по таймингам 8 минуты Woody Wood ставит экспанд. Сейчас закупит игрушечный дом вождей, вот 600 голды имеет. Побежал. Должен срывать рабочих, по идее. Хотя нет, здесь уже 4 рабочих имеется. Ну и пробивать, конечно, вышки с бетоном и шипами вообще не камильфо. Хэппи вышел с лимита. Сейчас заливочка должна быть от Питлорда. По-хорошему еще бы новую туда закинуть. Под пионов. Очень хорошо заливает здесь Питлорд. Койлит его Хэппи. Ой, тут подставляется Таурена, конечно. Неприятная тема. Таурены не заказываются. Ресурсов на это нет. Вгрызается сейчас в Питлорда
игрок за орков. Тут то. О, минус Блейдмастер где-то. Выживает он на 35 хп. У него нет расходников. Сейчас минус Таурен. Третьего уровня уже здесь Лич. Плюс очередной Таурен. Моментально их сейчас воскресит Вудивуд. Да, с пульверайзом они, конечно, за по самой небалуй наваливают. Минус очередной Таурен. Но их воскрешает вот так по КД спиритвокеры. Должен до заказ делать игрок за орков, но почему-то до сих пор не делает. Хэппи вышел уже с лимита. 57 лимита против 40. Добил все-таки здесь 3 вышки. Минус очередной Таурен. Ну и не остается здесь практически армии у Вудивуда. И вот так вот можно и справляться со своим соперником. Конечно, то, что он крайне консервативно отыгрывает эту стратегию. То есть можно было бы с одной тауреницы массить этих самых тауренов, построить зверинцы, вот чтобы не пробивали дестройеры. Я имею в виду подстроить бетрайдеров. Вгрызается в статую здесь Вудивуд. Сразу койл кинул в битого дестройера, который был моментами ранее табуреткой. Ой, табуретки, конечно, поставлять нельзя. Здесь миллион вышек ставит. Опс. В общем, как бы он здесь ни пытался что-то нахарасить или убить своему сопернику, вряд ли это ему удастся. Хэппи грамотно отконтроливает, грамотно читает ситуацию. Ну и здесь проваливается план этого гражданина. На самом деле здесь все очень просто, да, вот выглядит на бумаге, конечно, когда сам сталкиваешься против такого... Против такой бесячей стратегии ты теряешься. А так на бумаге выглядит это следующим образом. Хэппи реализовал свое преимущество в юнитах в криппинг. Он заполучил максимально ранний такой уровень 3 на своего рыцаря смерти. Крипил карту. По таймингам вышел в нужный для себя лимит и пришел наказал своего соперника. Да, минус экспант у Вудивуда. Пятый уровень рыцарь смерти, третий лич, второй питлорд. У орка же один блейдмастер четвертого уровня, который ничего не может сделать армии соперника. Потому что там имеется рыцарь смерти с камнем жизни. Даже если он попытается его продамажить, скушает этот айтем и восстановит себе 500 здоровья. Наваливается на базу к сопернику Хэппи. До заказа здесь нет. 1000 голды на руках у Вудивуда. Непонятно, куда он их собирается потратить. Койлить дестройера. Зверинцы, конечно, очень поздно он подстроил. Минус землянка. Сейчас будет саплай блок у орка. Минус тауэры. Моментально разворачивается на агрессию блейдмастера. Не стал его игнорировать. Пытается что-то отстреливаться с землянок орк.
Минус Блейдмастер. Нет, не минус. Выжил буквально на Крополе. Конечно, Койл третьего уровня и Нова второго не щадят никого. Каким бы крутым перцем ты не был, всегда найдется круче тебя. Не отменяет здесь строящиеся вышки. Поплыл уже Вуди Вуд. 167 АПМ. Куда этот АПМ идет, непонятно. Хэппи чуть ли не каждого юнита здесь отконтроливает. Непонятно, где шляется Блейдмастер. Ну, в общем, сыпется он здесь. Даже если Хэппи потеряет одного из дестройеров, это ничего ему не грозит. Что ж, вот такой вот замечательный матч, так сказать, показательный. Показательный в том плане, что Хэппи не растерялся, проявил хладнокровие и уверенно переехал своего соперника. Спасибо вам всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ребят, это очень важно. Оставляйте комментарии. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.